все хватает, так сказать, на достаточно большое количество освещений. Все, не надо тянуть там десятки километров, так сказать, проводов. Давайте посмотрим это предложение. Но это реально, значит, защитит наших людей. Поэтому считаю, что вот то, что было изложено руководителем управления, достойно того, чтобы мы все отнеслись к нему с огромным пониманием. Просил бы руководителя администрации муниципальных образований провести аналогичные комиссии. Вот Владимир Борисович нас сейчас показывает, чтобы принципиально и подробно, без всякого, так сказать, там,